Най. Че не пикна, не пик, пик. Боже, ми е тиха за устата. Идиот, идиот, Леш. Да ми взел един чай и ме разказвам как... Да ми взел един чай и ме разказвам как мы день провели свой. Вчера мы сидели, пили кока-колу, выпили ее, выпили ее, писали чеки, легли спать. На завтрак что сделали, пошли или нет? Пошли. На завтрак? А, не, мы не ходим на завтрак. Сегодня мы... Мы с тобой один раз уходили на завтрак. Сегодня мы на завтрак... сегодня мы чайник. Вчера, сегодня выпили воду, которая была там, и налили воду, как, которую мы вчера купили. Как она называется? Налили воду 5 литров. Кубай. Мама, ты что, просни. 5 литров Кубай. 5 литров Кубай, вон, засними. Кубай, вон он там. Кубай, ставит. Сколько стоит 5 литров Кубай, сколько стоит? Ну, мы же сказали про него, 50, 49 рублей. 49 рублей, оценка. Мы попробовали. Ну, какой остается оценка? Мы попробовали уже, мам. Оценку какую ставим? Оценка, да, мы попробовали. Хорошая пятерка, вкусная. Ну что, как тебе, насыщенный вкус у Кубая или нет? Хороший вкус воды, хороший. Хороший, давай. Насыщенный вкус? Я да, насыщенный. Для чайника то, что надо. Еще, еще мы сегодня, что я ел сегодня на завтрак? На завтрак, как обычно, булочку с чаем, папа, с лимоном. С папой болтали. Угу. И пошли потом на вот эти ванны. На ванны пошли. И как ванну? Ну хорошо. Только ты на мою пошла, а я на твою. Да, упаду. То есть теперь мы с тобой местами поменяемся. Да, и будем ходить. Ну да. Она не поняла, что хочешь? Не поняла, тетя? Какая? На ванной, которую я иду. Ну, перепутали. Ну ладно, какая разница. Завтра ты пойдешь, никакой разницы, давай. Да. Пальпичку не перепутывают. Ну да. Так, что дальше? И... Пошли потом куда? На ванну закончили? На ванну, потом зашли в бювет. И что, налили воды, но поняли, что нам не надо эту воду. Да. И вылили, пошли ее. Да, а другие выпили ее. Кто-то выпил, да. Ты бы стала бутылку наливать в воду вот эту? Нет. Так, потом мы, значит, нет, куда? потом. Потом мы пошли на... Вот по... На... А... Пошли на площадку детскую. Да, потом на обед. На площадку детскую пошли, прогуляли, пофотографировались, потом пошли на обед. Суп был еще на обед. Суп. Был два супа, гороховый и чечевичный. И чечевичный. Потом был на второй салат оливье. Нет, это был салат крабовый. Крабовый. И сегодня еще была рыба. Какая была рыба? Минтай. С рисом. Потом компотики был, сыжи был, сыповник. 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 А потом обед закончился. Да, пошли, обед закончился. Пошли в но. Но. В номер пошли. Отдыхать. Все. Отдыхали, решили чуть отдохнуть и пойти на море. А так заотдыхали, что Леша заснул. И на. И проспал ужин. Мы пришли уже прямо вот под самый конец. Прям под самый конец пришли. Ну, нам дали 3 булочки, салат из свёклы и котлету с рисом. Сегодня буду есть. Да. Уже без камеры. Потом пошли, потом куда пошли? Ну, потом пошли в номер, все отнесли. А, еще кефир я взяла. Пошли в номер, все принесли в номер. И собрались, пошли в магазин. Сегодня пошли красное-белое. Угу. Красное-белое. Хотели красным-белым купили чипсы. Нет, начало, купили чипсы, горит. Угу. Купили чипсы красное-белое. Чипсы с крабом. Сколько да. стоит? 80 грамм. Сколько? 42 рубля. 42 рубля. Оценка? 5. По акции? Да. 42 рубля. Оценка? Угу. 5. А сколько такие бы чипсы стоили в другом магазине? Да могут уже и 70 рублей стоить. Оценка? 5. Будут они чипсы? Да, немножко поедим. А попьем вот это? Да. Много будем чипсы. Будем есть чипсы? Поедим, да, поедим чипсы. Расскажем сегодня. Вот такая вот кола красная, белая. А сколько стоило в том мини-маркете? Сколько стоит такая кола в мини-маркете? Мини-маркете сколько? Мини-маркете за 2 литра. Сколько стоит в мини-маркете? Мини-маркете такая вообще холодная. 150. Но она охладилась у нас немного? Что-то вообще нет. Давай поставим. В том было вообще очень. Значит, не будем пить сегодня. Значит, сегодня будем пить чай. Будем пить. Будем. Но она же не охладилась. Я захладила и будем пить. Ну хорошо, давай охладим. Купили колу такая, сколько стоит? Такая кола 2 литра красно-белая, сколько стоит?
90 рублей. 90 рублей. Оценка? 5. 5 по акции? Нет, не по акции. А по... Ну, она хорошая цена. Оценка? 5. Мальчик не потянул папу, и он сотнего. Да, так, ладно, оставляй. Что мы дальше купили? Чего-то нам захотелось дыни. Мы сегодня видели маленькие дыни. Вообще, вот такие крошечки. Положи, положи здесь, чтобы было видно. О, какие дыни. Сколько стоит? Достань, чтобы было видно. Да не. Ну, хорошо, не вставай. Понюхай на камеру, чтобы видели, понимали. Ну, просто достань одну ручку, покажи, какая дыня. Ладно, такие маленькие, на один раз. Слушай, нас тебе с дынями фотографировать. Она на плохую, что ли, подсунула? Что-то здесь такое. Что-то немножко набитое. Там еще были арбуз. Ну ладно. Арбуз там еще был такой. Ну это вообще дыньки, я не знаю, что там есть. Сколько стоит такая дыня? 3 дыни 100 рублей. 100 рублей. Оценка? 5. 5. Сегодня был мини. Залезли в пакетик? Не надо же, они спреют там. Сейчас будем кушать. Ну, так, ну не знаю, хочешь? Ну давай. Побыть их надо еще. Цветочка надо дать? Да. Чем? Ну, по-моему, хорошо. Ты будешь их пробовать? Да. Купили еще вот эти сахары. Это хурма сушеная. 50 рублей такая. 50 рублей, оценка? 5. А килограмм много, сколько набрать? Сколько килограмм много тут набрать? Ну, не знаю, там килограмм много-много будет. Сколько? Да. 40 штук. Сколько стоит? Килограмм 1000 рублей. Дорого? Да. Дорого или нет? Ну, кажется, 1000 рублей дорого. Оценка? 5. А ты так мало купила? Дорогая. Ну, что они очень вкусные. Ладно, давай что дальше. Купили. Что-то так с батьки захотелось купить. Сначала мы купили вот это. Персик купили. Не персики, а нектарины. Вот это на 80 рублей. Оценка? Оценка? 5. 5. Купили такую жвачку, как называется? Хороший бублигум. Бублигум. Орбит бублигум, отлично. Бублигум. Бублигум. Сколько стоит? 20 рублей. 20 рублей, оценка? 5. Чё-то так не удержались, так пить хотелось. Вот, купили. Боржоми за 80 рублей купили. Сколько стоит боржоми? 80 рублей. Оценка? 5. Дорого? Ну, дороговато, да. 8 рублей. 80 рублей. Угу. 70 рублей. 70 рублей. Оценка? 5, отлично, боржоми. Заснимите, что тут написано, кому надо. Ну, блин, давай уже писать, а все. Заснимите тут. Все, вот такая боржоми. Все сняли. Боржоми. Сколько стоит? 80 рублей. Оценка? 5. Больше не пить. Ну все, убираем в холодильник. Все как бы все, Оля, чай и все. Всем пока. Точно увидимся завтра.